Смотрите новый выпуск «Проще говоря». На этот раз гостем программы стала Наталья Петрунина, заслуженная артистка Российской Федерации. Более 40 лет она служит в областном театре кукол. Что привело в Мурманск талантливую выпускницу театральной студии из далекого Оренбурга? В то время ехали за театром, ехали за режиссером. Там, где казалось интереснее, и ты будешь полезнее, и театр для тебя будет тоже полезен. Как встретила Заполярье будущую заслуженную артистку России? Была удивлена, подъезжая, то есть проехала Кандалакшу, когда здесь шел снежок в мае. Из чего же началась долгая и яркая карьера Натальи Федотовны? Говорят, когда я мечтала всегда стать актрисой. Нет, не мечтал. Но так как я девочка деревенская, и у нас не было там тогда музыкальных школ и каких-то особых коллективов, конечно, у нас был какой-то кукольный кружок. Все это и многое другое ждет вас в новом выпуске программы «Проще говоря». У нас в гостях заслуженная артистка России Наталья Петрунина. Полную версию интервью вы можете увидеть в эфире телеканала «Арктик ТВ» и на сайте arctic-tv.rf.